предстоящие праздничные выходные в Волгограде ожидается ухудшение погодных условий. К чему готовиться жителям города, телеканал «Волгоград-1» узнал у синоптиков Волгоградского гидромедцентра. С севера будет опускаться холодный фронт. С ним ожидаются локальные кратковременные дожди с грозами и небольшое понижение температуры. Усиление ветра будет только при прохождении непосредственно у линии фронта, это при грозах. Шквальное усиление ветра возможно 15-20 метров в секунду. В общем, где-то уже к понедельнику общий температурный фон понизится градуса на 2, на 4, не больше, пока небольшое похолодание.